Где мой сынок? Даже не понимаю, о чем речь. Посмотрела видео. Не получится приобщить к делу. Расскажи, что ты видела той ночью. Говори! Если посмеете прикоснуться к дочери, порву в клочья. Петь! Папа не даст тебя снова обидеть. Полагаться бесполезно. Только началось. Когда ваша семья пострадала, он обесчестил мою дочь. Обидел семью. Мы потерпевшие. Все еще важно? Я мужчина без каких-либо способностей. Стоять на своем, хотя не улучшишь ситуацию. Исключительно под силу. Преграждать нападки. Овцы без пастыря.